16 сентября 2024 года – особая дата для творческих личностей и любителей искусства региона. В этот день ровно 80 лет назад была основана Актюбинская областная филармония, которая сегодня носит имя знаменитого педагога и композитора Газизы Жубановой. За эти годы учреждение пережило немало сложных моментов и возрождение из пепла. Но, несмотря на все сложности, артисты филармонии выполняли и выполняют главную миссию – популяризируют традиционное казахское творчество в городах Казахстана и за рубежом. Актюбинская филармония была образована 16 сентября 1944 года, в период Второй мировой войны со всеми сопутствующими ей сложностями. Областная филармония стала одной из первых в Казахстане. В 1998 году учреждению присвоили имя талантливого музыканта, композитора и общественного деятеля Казахстана Газизы Жубановой. У филармонии не было много лет своего здания. Я знаю, что они ютились в подвальных помещениях. Это было буквально 2-3 кабинета. Был период, когда закрывалась филармония из-за того, что в сложные годы не было финансирования. И практически филармония ушла в небытие. Но с 2002 года было принято решение, когда уже выделили здание Дома культуры химик Есенгельда Дюсембаев. Это наш директор, один из директоров, который был директором более 20 лет. Вот, он возглавил тогда филармонию и восстановил ее практически из пепла, подняв ее на совсем другой уровень. В 2017 году областная филармония переехала в здание Центра искусств площадью 13 тысяч квадратных метров, где имеется современный концертный зал на 1200 мест. И с тех пор у артистов и коллективов учреждения появился свой комфортный и вместительный дом. Теперь ближайшая задача – достойно отметить 80-летний юбилей. Празднование филармонии пройдет 26 октября. К этому этапу будет готов у нас, мы открываем музей, потому что 80 лет – это на самом деле очень большая дата. В стенах нашего музея мы хотим поднять все архивные фотографии, документы и так далее, и рассказать людям, как это было. Будет торжественный концерт, вот, где впервые, наверное, я хочу так сделать. Это наше решение, мы хотим, чтобы наши артисты отдохнули. Вот, поэтому к нам будет приглашен эстрадно-симфонический оркестр. Вот, это будет торжественный из Уральска. Вот, это будет торжественный концерт с награждением, с ощущение праздника. К слову, областная филармония на сегодняшний день – это 305 работников и 10 творческих коллективов, в частности, собственный театр сатиры, хореографические, хоровые ансамбли, ансамбли классической музыки, оркестры и, конечно же, своя детская студия. Николай Сырба, Бахыжан Едыгеев, телеканал «Актюбе».